I wanna be there. Секрет настоящего счастья – это внимание к друг другу. В эфире самая модная программа «Fashion is our profession» и я, ее ведущая, журналистка Ксения Голд. Сегодня в программе мы посетим парк высоких технологий и узнаем, как заработать на токенах, а также поговорим об одежде будущего. Электронные деньги, цифровые валюты, токены и прочие криптоинструменты – явление для нас сравнительно новое, но ставшее уже популярным и модным. Сегодня мы поговорим о том, как заработать на токенах с финансовым директором инвестиционной онлайн-платформы finstore.by. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Евгений, так что же такое токен и кто и когда придумал его в Беларуси? Республика Беларусь – одна из первопроходцев в части закрепления на законодательном уровне таких понятий, как токен, криптовалюта, виртуальный кошелек и иных понятий, связанных с цифровой экономикой. Это все было закреплено в декрете президента номер 8 о развитии цифровой экономики. В частности, токен – это цифровой финансовый инструмент, который удостоверяет наличие у его владельца прав на объекты гражданских прав. Приобретая токен, вы приобретаете права на такие объекты, как белорусские рубли, иностранные валюты и иные токены. Евгений, давайте по порядку. Расскажите, пожалуйста, о криптоплатформе finstore.by, финансовым директором которой вы являетесь. Оператор криптоплатформы finstore.by является участником банковского холдинга банка Белвеб. Банковская сфера не может игнорировать наступление принципиально новой технологической эпохи. Банк Белвеб осознанно пошел на определенную трансформацию своего бизнеса, уходя от традиционного кредитно-финансового учреждения в многопрофильную финтех-группу, активно использующую инновационные технологии и новые бизнес-модели. Так банк Белвеб создал новый проект, инвестиционную онлайн-платформу finstore.by, работающая с применением технологии блокчейн в правовом режиме парка высоких технологий. А много ли у вас уже клиентов и не боятся ли люди вкладывать свои родные денежки в токены? С момента старта продаж на нашей платформе объем инвестиций достиг уже почти 800 тысяч долларов в эквиваленте. При этом мы отмечаем большой интерес к нашей платформе. Тысячи людей посещают наш сайт, изучают предложения, зарегистрировано почти 900 инвесторов. Для нас было очевидным, что первыми партнерами платформы должны стать белорусские компании, легко узнаваемые и знакомые широкому кругу потенциальных инвесторов. Именно таковыми и являются Белвест, МАС и Чистый берег. Токены номинированы в разных валютах – доллар, евро, российские рубли – и, соответственно, с разной доходностью. Евгений, какой вариант вы предложите мне? Я, например, занимаюсь модой. Можно, конечно, и такой подход использовать. Если мода, то Белвест, а если автолюбитель, то МАЗ. И коллекционировать токены по жизненным приоритетам и вкусам. Мы все-таки верим, что наш потенциальный клиент изучает предложения на нашей платформе, исходя из экономики вложений, а именно с точки зрения баланса между доходностью и риском. Как же найти этот баланс между доходностью и риском своих вложений? Ты говоришь сам себе, что да, я хочу получать больше доход и допускаю то, что у меня выше риск. Ключевое отличие между токеном и депозитом. Депозиты имеют ставку значительно ниже, чем по токенам, но депозиты гарантированы государством, что если с банком что-то произойдет, Национальный банк тебе возместит всю полную сумму. А по токенам гарантий государства нет, но, соответственно, доходность по токенам в 3 раза выше по иностранной валюте, чем по депозитам. И вот инвестор выбирает. Он или ему спокойствие и низкий доход, или ему легкое беспокойствие, но выше доход. И самый главный вопрос, Евгений, так что же можно купить за токены и как на этом можно заработать? За токены, как мы уже говорили ранее, можно купить только деньги или иные токены. В случае с нашей платформой это только токены, которые были выпущены на нашей же платформе. Вообще модель закрытой платформы была выбрана осознанно, потому что она является более безопасной и более надежно защищенной. Токены бывают разных видов, но те, которые работают на нашей платформе, работают как долговые финансовые инструменты. Соответственно, каждый
каждый токен имеет номинальную стоимость, которая может быть выражена в одной из четырех валют. Это доллары, евро, российские или белорусские рубли. Фиксированную ставку доходности и ограниченный срок обращения. То есть инвестор вкладывает свои деньги в конкретное предприятие под гарантией возврата и получения фиксированного дохода по токенам именно в валюте токена. Пройдемте, я более детально ознакомлю вас с нашей платформой и нашими продуктами. С удовольствием. Для компании предприятия это очень удобный и мобильный инструмент для организации привлечения денежных средств под свои проекты. Только необходимо учитывать, что у парка высоких технологий есть весьма серьезные требования для того, чтобы быть допущенным к организации и размещению своих токенов. Как происходит процесс регистрации на вашей онлайн-платформе? Процесс регистрации относительно прост. Мы можем это сделать прямо сейчас. На нашем сайте все довольно-таки понятно. Мы выбираем раздел «Регистрация», вводим логин, вводим имейл, вводим номер телефона, секретный вопрос, ответ на секретный вопрос и нажимаем «Регистрироваться». Да, действительно, все работает быстро. Мне пришла смс-очка. Ну все, мы зарегистрировались. Теперь остается только сходить в банк Белвеб и пополнить свой кошелек, внеся деньги в кассу банка. Или воспользоваться банковской карточкой с учетом размеров комиссии, которые придется уплатить. Евгений, а как скоро и какую прибыль я смогу получать, инвестируя свои деньги в токены? Гарантированно вы получите доход в соответствии с заявленной эмитентом доходностью по токенам. Вместе с этим во втором квартале 2020 года мы планируем запустить так называемый вторичный рынок, что позволит инвесторам продавать уже купленные токены и вкладываться в другие. Перевод токенов обратно в деньги довольно-таки прост, привычным для большинства людей способом через отделение банков или при помощи банковской карты. За один день это смогу сделать? Без проблем. Вы пригласили меня в парк высоких технологий Республики Беларусь. Я думаю, что это неспроста. Наверняка ваша компания является резидентом парка. Наша компания стала резидентом парка высоких технологий 3 октября 2019 года. Вообще следует отметить, что администрация ПВТ проделана огромная работа по регламентации данного вида деятельности, связанного с размещением токенов. И мы можем с уверенностью говорить, что качество технической составляющей, квалификация персонала платформы в соответствии требованиям законодательства и международного права обеспечено у нас на самом высоком уровне. А могут ли нерезиденты Республики Беларусь стать клиентами вашей компании? Вообще техническая возможность инвестировать нерезидентам Республики Беларусь на нашей платформе станет доступна в первом квартале 2020 года. Мы прогуливаемся по парку высоких технологий. Скажите, а какие планы на будущее у вашей компании? Токенизация – один из трендов современной цифровой экономики на границе финансового и реального секторов. Это сегодня мы работаем только с одним форматом, цифровым аналогом долгового финансирования. Вообще возможности данного инструмента гораздо шире. Мы сейчас активно прорабатываем проекты в сфере недвижимости. Есть предложения по токенизации акций как белорусских, так и иностранных предприятий. Ну и отдельно большой интерес вызывает токенизация как инструмент краудфандинга. Вот, собственно, этими проектами и займемся в ближайшее время. Спасибо, Евгений, за ваши ответы, а я желаю финансовых успехов вашей компании. Каждый может одеться нарядно, но интереснее то, как люди одеваются каждый день, утверждал Александр Бэнг. Смотрим следующий сюжет. Разработчики электроники и дизайнеры современной одежды объединили свои усилия, чтобы создать революционную умную одежду. Привет, меня зовут Сабрин. Я отвечаю за диджитал-продвижение в компании Chanel. Я приехал в Минск впервые, да и вообще в русскоговорящую страну. Мне это очень нравится. Я хочу поделиться своими знаниями в рамках проекта Brands Fashion Show. Говоря про современные тенденции, о, сейчас много тканей. Это удивительно. Например, есть и такие, на которые можно капнуть вино, кофе или масло, и они ничего не впитывают. Подобные материалы и используются при пошиве данной одежды. Мужские офисные костюмы получили название Smart Suit. Это классика жанра с одним небольшим дополнением – умной кнопкой, функцию которой выполняет обычная NFC-метка. Как известно, NFC-метки считаются пассивными устройствами, работающими без питания и обеспечивающими передачу информации на активное устройство, например, смартфон.
Метки располагаются на лацкане и в нижней части рукава пиджака. Это позволяет быстро обмениваться информацией с потенциальными клиентами и партнерами или переключать смартфон в беззвучный режим. На чипы можно разместить электронную визитку, которая при рукопожатии будет передаваться на мобильное устройство партнера. Дополнительно к смарт-костюмам производитель выпустил умный брючный ремень, который следит за обхватом талии и имеет микро-USB для подзарядки. Гаджет получил название Weld от симбиоза слов Wellness – оздоровительный и Belt – пояс. Weld синхронизируется со смартфоном по Bluetooth. Установленное на него приложение регистрирует все изменения в объеме талии владельца и считает шаги, которые он проходит за день. На основе этих данных пояс может автоматически регулировать крепление для удобства владельца, а владелец может отслеживать свою дневную активность. Хит сезона в разработках компании Google. Микрочип, который крепится на одежду. Помимо прочих функций, например, он позволяет отвечать на звонки, не отвлекаясь от вождения велосипеда, путем легкого нажатия на рукав куртки. И это просто супер. Многие бренды уже стали копировать этот девайс. Sabrina Menestria, special for the program. Fashion is our profession. Счастье – это найти того, кто искал тебя. А наша программа подошла к концу. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и наслаждайтесь модой 24 часа в сутки. Новости вам подготовила Ксения Голд. До встречи! Проведи лучшие моменты жизни в спа-центре отеля «Виктория». Бассейн, финская сауна, хамам. Косметические процедуры, спа-уходы за лицом и телом. Маникюр, педикюр, модные стрижки, окраски, лазерная эпиляция, профессиональный массаж, стоун-терапия, солярий. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. СПА-центр отеля «Виктория».